Дорогие друзья, уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем Российского Студенчества, Татьяниным Днем. Традиция этого праздника восходит к первому российскому университету, к началу высшего образования в России. Всегда считалось честью носить звание студента, это налагало большие обязанности и давало большие привилегии. Сегодня наши студенты – это ударная сила страны, те люди, которые формируют ее будущее, те люди, которые в скором времени, через 10-15 лет, станут у руля нашей державы. Я хочу пожелать вам хорошего настроения в этот день. Хочу пожелать вам уверенности в себе, уверенности в том, что вы делаете, в том поиске, который сейчас занимает вашу жизнь, в том, чтобы вы нашли свое место в этом обширном мире, чтобы вы увидели свое предназначение, чтобы это сопровождалось устремленностью и желанием творить новое, создавать доселе неведомые вещи, преследовать высокие цели. Наши студенты занимаются тысячей разных дел. Это не только учеба, это и волонтерская работа, и деятельность в студенческих организациях. И никогда не забывайте, что это самое замечательное время в жизни, которое нужно правильно провести и получить от него пользу и удовольствие. Успехов вам, счастья и здоровья!